Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами необычной для меня находкой. Па-бам! Тени Ольги Бузовой. Как они попали в мою косметичку, я понятия не имею. Я не знаю, в каком я состоянии, в каком месте я была. Ну ладно. В Ривгош или в Литуале. Возле кассы. Просто так, ради интереса, открыла палитру. Такая, так, это как раз мои любимые бронзовые, хочу сказать, бронзаторы, да. И здесь еще открывается одна штука. И они все блестят. Прям рай для блестюшника, как я. Я обожаю, когда в макияже присутствуют хайлайтеры, когда есть такие блески, блестки. И сейчас в этом видео я покажу, что из этого я использую для своего макияжа. Прям вот реально тащусь от этой покупки. И даже несмотря на то, что она такая объемная, эта палитра, я ее потащила с собой на Мальдивы. То есть обычно я тяжелую косметику не беру, чтобы не перегружать чемодан, а тут прям вот, ну, не смогла ее оставить, потому что реально очень крутая вещь. Итак, давайте начнем. Буду пользоваться кисточками. Сейчас покажу, какими. Вот такие кисточки у меня. Шанелька моя любимая, пушочек. Такие две малютки. И вот такая она плоская кисть. Итак, давайте начнем. Ну, первое, что я делаю, беру такую кисточку, пушинку, пушочек. И беру вот такой вот самый светлый оттенок. Это прям вот оттенок, который я искала очень много лет во всех магазинах. Он такой бирюзовый. Такой непонятно голубым отдает или белесым. И вот я прям не знаю, как на видео вам это передать, эту красоту. Обычно я его делаю под брови. Я буду делать схематично, опять же, потому что в телефон не очень удобно краситься и не очень все видно. Но чтобы вы понимали, кому, куда, какую тень я накладываю. Бирюзовый. Бирюзово-белесый. Я прям обожаю, когда он под бровями у меня блестит. Дальше. Этой же кисточкой я беру светлый оттенок коричневого. Вот такой золотистый. И во внутренний уголок века кладу. Я пока растушевывать особо не буду, просто чтобы вы понимали. Дальше. Здесь же есть темненький. Сейчас я для него поменяю кисточку такую. Обычно все такие темные блестюшки я еще люблю с водичкой. То есть я кисточку мочу в воде и потом влажной кисточкой накладываю тень. То есть я их кладу в уголочки. И нижнее веко обязательно прям, чтобы глаз был глазище большой, красивый. Вот. Дальше. Что у меня тут есть еще? Очень классные, кстати, на скулы. Будет эффект блеска. На скулы, на самые большие у нас шарики тут. Такой потемнее бронзатор, посветлее и такой с розовинкой. Так как скулы я уже подчеркнула тенью, да, тенью от другого, от этой пудры амвеевской, то здесь повыше, чем тень, я возьму светлый оттенок, светлый загар, блеск такой. Ну, прям хорошенько им. Вот нам теперь еще и солнышко не хватает, чтобы это все, вау, как блестело. И дальше после этого всего я отряхиваю кисточку об свою ногу. И беру розовинку, вот эту. Но розовинки нужно очень-очень мало. То есть прям буквально я, оп, коснулась,
кисточкой. Вот у меня там прям микроскопические пылинки появились. Я эту кисточку еще отряхиваю и прям хоп. То есть, чтобы не выглядеть совсем уж как невинная девушка, которая краснеет, когда с ней разговаривают. А вот легкий-легкий был такой вот румянец здоровости, здорового цвета лица. И вот я его накладываю вот в эту область. Та-дам! Та-дам! Вот. Так что обожаю эту палитру. Решила с вами поделиться. Кто любит блестюшки, это прям вот прям мега крутой подарок. Спасибо Ольге Бузовой или ее продюсерам, кто его придумал. Но это реально прям крутая вещь. А, кстати, эти блестюшки же, вот особенно загарные, да, можно использовать и по телу. То есть, когда вы выходите в открытом платье где-то, то этот блеск, он очень хорошо, если есть загар, подчеркивает загар. И вот так вот по всему телу прям сияние создается. То есть, опять же, вот этот блеск. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю оставаться красивыми. Пока-пока.